Среди государств, с которыми у Азербайджана действует безвизовый режим, помимо республик СНГ и дружественных мусульманских стран, таких как Катар, Бангладеш, Индонезия, Малайзия, Пакистан, много европейских государств. В их числе Сербия, Черногория, Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония и другие. Есть и неожиданные гости. Так, азербайджанцы могут летать без виз на Мальдивы, Багамы, Ямайку, Гаити. А на Сейшелах визы им выдадут по прилету в аэропорту. Естественно, есть большой поток туристов в страны Европы, но там виза нам нужна. Да, поэтому надеемся, в будущем как бы, тут тоже будет облегченная форма и, конечно, даст большой поток туристов из Азербайджана в эти страны. Наиболее популярным это, конечно, является Турция, потому что Анталия, Бодрум, эти регионы берут своим сервисом. Как я и до этого отметил, для нас виза там не нужна, нет языкового барьера. Сервис, который они представляют в своих отелях, все включено, конечно, берет свое. С каждым годом число граждан, желающих провести полноценный летний отпуск за пределами страны, растет. В этом году большим спросом у граждан Азербайджана, помимо уже привычных поездок в Россию, Грузию и Турцию, пользовалось направление в страну Черных лесов – Черногорию. Эта страна с безвизовым режимом для азербайджанцев пользовалась безумной популярностью, и мы обязательно повторим данное направление в следующем сезоне. Также, естественно, турецкое побережье всегда очень популярно среди азербайджанцев. Мы каждый раз, если у людей есть какие-то, не хотят связываться именно с процессом получения виз, который, в принципе, для граждан Азербайджана сейчас очень легко дается. То есть все посольства, находящиеся на территории Азербайджана, очень легко выдают визы, так как азербайджанские гражданин зарекомендовал себя как достойный туризм в данных странах. Согласно авторитетному рейтингу паспортов стран мира Henley & Partners, паспорта с наибольшей пропускной способностью у Японии и Сингапура. Их жителям доступны без визы 189 стран. Второе место делит Германия, Финляндия, Южная Корея – 187 стран. На третьем – Дания, Италия, Люксембург – 186 стран. На противоположном конце списка – Афганистан. Его жители допустят только 25 государств. Кстати, специалисты Henley & Partners составили гипотетический комплект паспортов, обладатель которого мог бы путешествовать без виз в любую страну мира. В число 14 паспортов джентльменского набора, в который входят паспорта США, Сингапура, Турции и других стран, включен и паспорт Азербайджана. Эльнара Алиева, Эмили Юбов, Фируз Рагимов, Намиг Гасанлы, CBC.